Прием, друзья, мальчики, девушки, бабушки и дедушки на связи. Шедимен и, конечно же, Леска. Привет, друзья. Леска, слушай, ты вообще понимаешь, где мы сегодня с тобой оказались? Честно говоря, не очень. Ну а что ты перед собой видишь и что бы ты могла? Вот что бы ты подумала, если бы перед собой увидела то, что ты видишь перед собой в данный момент? Ну, не знаю, какие-то островки, перевернутые вверх ногами. А вот это что такое со знаковым вопросом? Тебя не смущает, как бы, что это такое вообще? Слушай, ну, к этим ящикам у меня знак вопроса такой же, на самом деле. Там что-то внутри будет, да? Я без понятия. Там говорили, что будет что-то удачное, что-то неудачное, но, как бы, вот эти ящики с вопросами, как ты их называешь, это самые безобидные ящики, но в них, в самых безобидных, может скрываться потом что-то очень-очень даже и обидное. Слушай, мы одну вещь только не сказали. В общем, друзья, также не забывайте подписываться на наши каналы. Ссылку на канал Лески есть, конечно же, в описании у меня под этим роликом. В общем, подписался, молодцом, красавчиком, четким пацаном, девчулей остался. А также не забудь поставить лайк под этим роликом. Это очень важно. Короче, чем больше лайков, тем скорее наступят каникулы. Ладно, Леска, слушай, давай приступать. Смотри, мы с тобой будем двигаться. Я, наверное, тогда пойду по часовой стрелке налево. Ты по... вернее, против часовой стрелки направо. Но прежде чем мы с тобой пойдем, у нас здесь на острове лежат два блока. Что из них выпадет, я не знаю. Наверняка один из них, он очень плохой, а другой очень хороший. И раз уж так случилось, то что ты девочка, давай тогда ты выбирай, какой блок будешь ломать. Ну давай, я выбираю вот этот, но я знаю, что мне всегда не везет, и я думаю, что будет тут полная фигня. Ладно, окей, давай тогда на счет три просто ломаем. Готово? Давай. Раз, два, три. Ломаю. Ухожу. О, у меня мясо выпало. У тебя что там? Что-то книжки какие-то. Книжки, они что? О, ничего страшного, слушай, тебе повезло. Если тебя не убило, считай то, что тебе уже повезло. Так, на тебе еды на всякий случай. Вот, возьми, потому что еда потребуется. Все, погнали тогда. Если вдруг нас с тобой убьет, мы с тобой снова появимся на своих островах и потом просто перебегаем на соседние. Давай, сейчас я уберу. Так, меня на соседнем острове, кстати, уже хрюшки ждут. И мне кажется, если бы блоки, лаки-блоки были бы плохие на этом острове, то хрюшки бы здесь не сидели. Кстати, не забывай внутрь зданий заглядывать, вот в эти. Потому что там тоже, возможно, прячутся какие-то блоки. Так, я вижу, тебя бьет чем-то, что там у тебя произошло? Что-то ко мне опять какая-то фигня. Ты уже сломал лаки-блок или что? Да я сломала. Ух, ёпернице, так слушай, у меня тут алмазы, изумруды, короче, обалдеть. Мне пока что ни один неудачливый не попался, я даже, наверное, сейчас... О, я меч могу сделать, погоди. Ой, куда это, я через сундук начал меч крафтить, так, да, такое себе на самом деле удовольствие. Так, тебя там отпустило как-то бить или нет еще? Да ничего не отпустило. Не отпускает, да? Так, да, ладно, сейчас разберемся. Так, ну что, помогло тебе там? Да, все нормально. Все отлично, отпустила. Спасибо. Там в следующий раз тоже, там, если что, там прописывай что-нибудь, и если что, отпустят. Так, короче, слушай, я себе крафчу, между прочим, алмазный меч самый настоящий. Тебе надо? Я тебе могу, так сказать, по-братски скинуть меч. Так, слушай, ну давай я сейчас пока вот тут вот раздолбаю ящики свои. Давай, ломай. Ой! Ух ты! Я это видел, я это заснял. Так, ладно, слушай, в качестве тебе поощрения я тебе там алмазный меч оставил. Короче, что-то реально как-то это... Я не знаю, может быть... Может быть, надо было, наоборот, чтобы ты направление выбирала, потому что я не знаю почему, но я как будто бы знал то, что у меня хорошие блоки будут. Хотя, на самом деле, честно говоря, я без понятия. Я как бы не знал, что здесь и где находится. Так, ладно, все. Я ломаю дальше. Так, слушай, я до сих пор ничего плохого не словил. У меня рыбешки какие-то выпали. Какая лопата. Это что такое? А, все, я в порядке. У меня тут это, из лаки-блока выпало еще 4 лаки-блока, а там золотые яблоки выпали. Прикинь, даже золотое зачарованное яблоко. Вот это вот тебе везет, конечно. Так, ну, я, если что, с тобой поделюсь, потому что в конце у нас с тобой будет, наверное, битва. Ёперный тебя, слушай, посмотри в мою сторону. У меня тут какая-то цитадель из свиней появилась, короче. Так, о, инструменты. Снова алмазы! Чего? Я вообще просто поверить в это не могу. Слушай, как мне так везет-то, я понять не могу. Посмотри, цитадели свиней постоянно просто ко мне алмазы перепадают. Так, у меня, кстати, вот то, что раздолбалось вот этого, да? Ну, у меня все падает вниз, и я ничего не могу взять из-за этого. А, подожди, а из лаки-блоков тоже предметы все в пропасть падают, получается? Да? Ладно, ничего страшного, ничего страшного. Островов еще много, и следующий остров, на который я прямо сейчас перебираюсь, он находится достаточно далеко от предыдущих, и я надеюсь, что чем дальше он находится... Чем труднее ты добираешься, тем слаще будут лаки-блоки. Я на это очень надеюсь. А ты, когда тебе хоть какой-то нормальный попадется, скажи мне, окей? Так, я вижу, как ты строишься, но... Давай, аккуратно, там не упади только, а то и так уже эти блоки
Тебя потрепали на самом деле. Все, так, вот и мне, короче, не повезло уже, и, видимо, у меня это... Короче, у меня все один лаки-блок сломал, все остальные лаки-блоки, и, в общем-то, вот и невезение попало и на мою сторону, так что ты не одна такая. Так, что у тебя там случилось? Комментируй, что там у тебя происходит. Там меня расколбасило, я чуть-чуть. Расколбасило, ну, как всегда, в принципе, ничего страшного. Фух, чуть не упал в пропасть, так. Так, слушай, мне кажется, как будто бы я сейчас по кругу доберусь быстрее, чем ты пока что там... Ой, твою, да что ж такое-то, два взрыва подряд. Сколько можно-то, что за... Чего ой, какие-то куриные яйца выпали мне на голову. А куриные яйца в алмазы превратились, прикинь? Слушай, короче, тебе если что-то потребуется, ты обращайся, у меня тут яблоки золотые. Вот. Что-то вообще там жируешь, я смотрю. Так, где тут еще что у меня есть? Так, еще один лаки-блок остался в воздухе. Так, я его ломаю, я подальше отойду. Я ему не доверяю. Он тут... Что? Погоди! Твою-то дивизию, понятно. Короче. Че там, че? Сейчас увидишь все. Сейчас момент истины. Опа! О, что? Нет! Ты босса заспамнила? Какого? Так, Леска, пойдем быстрее, у тебя меч с собой? Пойдем быстрее, его валить надо. Валить, вот он, смотри, сушитель появился. Он нам с тобой просто жить спокойно не даст. Так, вали его. Ты сейчас добежишь. Он сильный, слышишь, он сильный. Бегу. Нам оружие дальнего боя нужно. Оружие. Черт. Так, Леска, отмена. Все, короче, так. Возрождайся и беги в мою сторону. Твоя сторона реально какая-то супер невезучая. Беги ко мне. Так, где-то. Все, давай, тут. со мной, все, погнали давай. Туда. Бежим туда, короче, вот она, цитадель моя. Так, была. Иди отсюда. Полетели. Так, все, давай. Ёперный, смотри, что он делает. Бывает, он свиней мочит и коров. Нет, я смотреть не буду, пока погоди, добегу хотя бы. Так, чё, боишься, нет? Там я нет. Не знаю, что происходит. Ой, да что ж такое-то? Два раза подряд, я тебе говорю, даже постоянно бред какой-то происходит. Так, нам нужно... Блин, ты взяла и сушитель вообще заспамил, на самом деле. Кто так делает, а? Смотри, что он делает? Он овцу, что ли? Да вон он справа на острове, смотри. Да, висит. Овцу пытается завалить. Ладно, погнали. Короче, найдешь лук, стрелы, там скажешь, будем его валить как-то, потому что это не дела на самом деле. Так, нет! Зелье упало. Зелье противоугона, хотел сказать, этого, огнеупорности, вот. Так, окей, тут что-то весь остров сломался, я не знаю, что тут происходило, я не помню, чтобы он как-то ломался. Давай подальше нет, пока что. Подглючивает, он есть реально или нет? Потому что какой, кто, иссушитель? Не-не-не, вот это вот остров блоки, потому что... Есть, в смысле, вот же, ты прыгай сюда, вот же, перепрыгивай там. Слушай, снизу что-то радужное валяется или что-то такое, погоди. Что-то зачарованная фигня какая-то. Сейчас погоди, посмотри, что это такое. Там, это томаты, мне кажется, ну ладно, зачарованная помидорка. Так, окей, давай дальше за мной как-нибудь там перелази, тоже блоки там ставь под собой. Так, что ж такое-то, он жизнь спокойно нам не даст, мне кажется, сегодня. Так, черт, ну там, короче, мне кажется, то, что наша сегодняшняя серия в конце из нашей между тобой и мной битвы превратится в итоге в то, как мы с тобой будем валить этого иссушителя. Погоди, Черт, что? Подожди, написано то, что я должен бежать, возьми этот грибок, чего? Если ты просто надеешься, что? Мне сказали куда-то просто постоянно все время... Так, ты блоки-то ломай, если что, так, что это за удочка такая интересная? Так, сейчас ломай пока что, так, что это такое, какое у него тут зачарование? Ух ты, удача, на удачу, слушай, это буду это... Это что такое? Смотри. Unlucky Squid, беги, он взорвется сейчас, назад ко мне! Стой на месте. Что такое? И что, все что ли? Где быть не может. Так, я думал то, что... Что такое? Алмазы, что ли? Что там это есть? Мои изумруды, я их выкинул. А, это твои. Да, так. Это мои. Так, давай дальше. Так, иссушитель вот, там бунтует. Вот я даже боюсь открывать, видишь, какая мне происходит? Я не знаю, у тебя реально просто открываешь лаки-блок, у тебя там unlucky squid, еще что-то происходит. Так, давай тогда я, смотри, у меня вот есть удочка удачи, там прямо на ней так и написано, то, что эта удочка приносит удачу, и, блин, что... Ты упал? Я упал. Ломай без меня, короче, пока я, что, я не знаю, может быть, тебе повезет. Сейчас у меня просто все исчезло. Все исчезло? Нет, весь остров, что ли? Все, давай, ломай тогда. Я пока что добегу. Так, что там, иссушитель? Ты так далеко уже? Я далеко, я же говорю, мы с тобой уже сколько островов прошли, мы сколько уже на центральный с тобой будем переходить, а на центральном, мне кажется, просто дичь такая будет происходить. Кстати, если что-то там это, спаунпоинт пропиши, чтобы мы с тобой постоянно так долго не бегали. О, пузырьки с опытом, вот это хоть что-то, но уже полезное. Но так, смотри, я сейчас, наверное, спаунпоинт... прописываю прямо здесь, чтобы постоянно не бегать. Тебе тоже советую это сделать, потому что
постоянно преодолевать гигантские расстояния, когда мы с тобой бегаем туда-сюда, это не очень удобно. Так, я пока что достроюсь, пока ты там будешь прописывать, и за тебя сломаю все блоки, надеюсь, что мне повезет. Так, что у нас здесь? А, твою-то! Не повезло, да-да. Не повезло, немного не повезло, да, есть такое, бывает. Так, ладно, зато лаки-блоки не сломались. Да, бегу за тобой. Так, давай, беги. Так, будь аккуратным, потому что когда ты приближаешься, мне кажется, моя неудача увеличивается в... А, нет, ну, седло это тоже неплохо. Так, застрял в паутине. Не проблема, сейчас сломаем. Ты там лаки-блоки-то тоже. Так, короче, слушай, ломай ты. Давай, ломай ты, я на всякий случай на миллион километров отбегу. Опа, так, что это? А что тебе выпало? Пузыречки. Так, нормально. Что там у тебя? Я не знаю, что тебе там выпало. Так, кстати, тут пузырек. Это пузырек скорости. Да, зелье стремительности. Так, давай сейчас разобью. Все, мы с тобой сейчас стремительно теперь будем. Так, давай за мной. Дальше сейчас, двигаемся сейчас, за мной. Погоди, у меня периодически пропадает вот это вот прям. Странно. Короче, я не знаю, что-то у тебя тут повсюду какая-то аномалия происходит. Так, давай, на счет три, ты тот, я этот. Готова? Давай. Раз, два, три. Ой, фу, я испугался, число. У тебя... О, все, нормально, слушай, смотри, сколько блоков всяких. Бери цветные, а хотя их тут мало, конечно. Слушай, у меня заканчиваются блоки, чем можно строиться, и мне это не очень нравится пока что. И да, кстати, у меня сейчас отличная идея появилась, чтобы меня иссушитель не валил, и тебе тоже советую это сделать. Да, сделай да, себе алмазную броню, короче. Сейчас я себе сделаю тогда вот таким образом нагрудник, штанишки. Так, штанишки вот сюда. Так, тогда шляпу. Так, и на ботинке не хватает всего лишь одного алмазика. Так, и все это дело на себя надеваю. Так, и надеюсь, что меня теперь иссушитель-то точно не снесет. Так, куда я шляпу? А, шляпу выкинул нечаянно. Вот сюда. Так. Нормально у тебя костюмчик. Так, смогешь скрафтить? Получится. Ты просто, да. Я знаю то, что мы как бы этот... Ты еще новичок совсем, но если что, я тебе давай сейчас этот... Сам как-нибудь все доскрафчу. Ой, давай сюда. Алмазы вот есть у тебя? Давай, скидывай мне. Сейчас мы это все дело устроим. Так, это все скинем вот сюда. Нет алмазов? Mm-mm. Нет, ладно. Так, сделаем тогда по-другому. Чтобы хоть какая-то броня у тебя была, конечно, это далеко не лучшее решение в Майнкрафте вообще, как бы. Люди поймут, но возьми золотую броню. Зато будет красиво, мне кажется. Так, я пока что продолжу строиться на соседний остров. Надеюсь, что мне, может быть, выпадут какие-нибудь блоки, потому что я буквально даже до сюда никогда строиться не могу. Так, сделаем тогда как-то так. Получится радужная дорожка, красиво зато. Сейчас, достроимся. Так, сейчас, блин, а что делать-то? Все готово, давай сюда перемещайся. Так, что это такое, палка, что ли? Просто палка, серьезно? Так, ладно. Просто палка, так, палка. Да что ж такое, сколько мне эти ямы сегодня просто висет. Ладно, все, спокойно, я должен появиться недалеко, так, где ты? Ломай пока что следующий, давай, ну-ка, ломай. Так, я слежу с тобой, сейчас, давай. Погоди, мне сейчас, секунду. Сейчас. А я его тоже, погоди, я его не вижу. Что у тебя там исчезает, я понять не могу. А у меня такое, знаешь, все в воздухе подвисает, и дорогу я не вижу, поэтому я останавливаюсь в этот момент. Странно, вот что такое? Угу. Это может... Погоди, а чё, погоди, так какая дорога-то, тут дороги-то и нет никакой. Нет, вот сейчас уже край, поэтому я не иду. А, ну давай стройся тогда, вперед. Погоди. Строим, сейчас. Давай, аккуратно, не упади. Так, а может здесь блоки где-нибудь валяются, потому что, честно говоря, так сундуки пустые, что ли, да? Жалко то, что сундуки пустые. Так, чё ты делаешь? А зачем ломаешь-то, стройся, какая разница-то? Да хоть у тебя криво, какая разница, ты чё, сейчас все равно этот иссушитель там либо сломает, либо что-то сделает, смысл все это аккуратно делать. Так, я пока что скилл паркура применю, перепрыгну вот сюда и буду пока что все эти блоки тогда сам ломать. Слушай, у нас твою, смотри, что тут появилось, иди сюда. Ух ты. Он не бьет, он дружелюбный, все, ну, он дружелюбный, черт, еще дождь пошел, нет, дождь нам не пойдет, сейчас я дождь быстро убираю, все, ясная погода. Так, ты вылез пока что ко мне. Ломаем или что? Кого? Да, ломай блоки. Что это? Алмазы снова, слушай, так, алмазы, золотые один. Яблоки. Что, еще один? О, нормально. Да. Нормально, все, давай. Слушай, последний остров, мы с тобой сегодня, прямо сейчас перебираемся на центр. Давай, ломай. Так, я пока что под... О, все, я знаю. Я сейчас себе много древесины сделаю, потому что тут у нас, в принципе, дубы... Дубочки растут. Так, сколько? 6 на 4, 24. Так, 24 блока. Должно до центра, в принципе, хватить. Так, ну что там? Строишься? Да. Давай. Что-то как-то странно двойную дорожку делаешь. Ладно, сейчас я по-быстрому тебе помогу, чтобы мы с тобой долго это не делали. Так, смотри. Остается ровно два блока. Я предлагаю, как мы начали вдвоем, так и закончим тоже на этих островах вдвоем. Давай, на счет три. Так, давай поменяемся. Иди той, ломай. Что-то у меня причувствие какое-то дурацкое. Давай, иди. А что ты сломал-то? Я ничего не ломал, ломай вот этот блок желтый. Давай, раз, два, три.
О, все, у меня нормально. Ну-ка, реально у тебя будет? А, нет, слушай, собаки! Собаки появились, они упали вниз куда-то. Так, ладно, ничего страшного. Они упали, все. Так, пойдем вернемся назад, чтобы по прямой строиться, побыстрее было. А, так, я тогда вот отсюда начну, там аккуратно не упади, у меня 14 блоков. А, мне кажется, то, что этого количества даже, в принципе, может хватить. Так, ой, гигант упал. Да, гигант да, упал, да. К сожалению, тоже, наверное, хотел перебраться, но у него не получилось. Так, смотри, аккуратно там перепрыгивай. Так, и я тебе рекомендую спаунпоинт поставить уже потом на этом острове. Потому что я не уверен. То, что все блоки окажутся здесь действительно лаки-блоками на этом острове. Так, что, готово? Чё, погоди. Так, давай, так. Ты тогда ломай с этой стороны, я пока что буду все внутри ломать. Это... Беги, такое? беги отсюда, это этот электризованный крипер, он очень жесткий. Он, если сейчас взорвется, то это просто атас будет настоящий. Где он? Тут конец света, он сзади. Нет, резко, я задыхаюсь, слышь, ломай что-нибудь, помоги чё, мне, ломай, помоги. Ломай. Смотри, где я. Нет, слушай, я отсюда не выберусь. Так, ладно, делаем по-другому, но это самая жесткая ловушка, в которую я сегодня попал. Подожди, это спавн пропишу, потому что я сейчас улечу. Давай, пиши. Так, еще одни зачарованные книги. Так, в этих лаках... Житель. Удачливый житель. Так, почем продаешь? Почем? Чего? 14 алмазов? Зачарованный золотой шлем? Иди-ка ты. Так, что там у нас дальше? Так, в этом... Так, слышь... Ой, что происходит? Что такое? У меня зомби-апокалипсис начался, леска. Реально зомби-апокалипсис самый настоящий. Они меня сейчас вниз самый скинут. Так, этого завалил. Так, слушай, я живу. Я пока что... Нет, я сдаваться не буду. Зомби, я сдаваться точно не буду. Что-что, но зомби апокалипсис... Я не знаю, у меня все небо черное, я ничего не вижу, у меня просто... То же самое, да-да-да. У меня замедление. Слушай, еще немного, потерпи. Так, а чем колбасит их, или они сами? Я не знаю, у меня алмазный меч есть, в смысле, я же тебе алмазный меч отдавал. Все, тогда, если на тебя нападают, просто вали. Все, меня отпустило практически. Практически отпустило. Их много там? Меня идут много. Слушай, почему-то небо почернело полностью, то есть оно даже не хочет назад в нормальное состояние возвращаться. Эх ты. Заколбасили меня так. Ничего страшного. Так, что у нас здесь остается? Так, здесь. Слушай, пока что очень удачливые вещи, но почему так много зомби повсюду? Смотри, так, да, повсюду прямо резко. Я хочу, чтобы динамит какой-нибудь заспавнился сейчас прямо и просто этих зомбаков разбомбил потом. Так, здесь ничего нет. Что-то упало. Что это такое? Ага, понял. Ломай лаки-блоки. Ой, что-то гроза какая-то началась еще. Ты... Слушай, это капец какой-то, апокалипсис на самом деле, пауки полезли. Что-то так. Мы не планировали его снимать. Слушай, а что-то их... Так. Откуда их столько-то? Я не... Так, ладно. Где у нас еще блоки какие-нибудь есть? Слушай, тут второй этаж, оказывается, в этом здании еще есть. Пойдем со мной на второй этаж, сейчас поднимемся, посмотрим, что на втором этаже лежит. Так, давай. Да, на втором этаже лаки-блоки есть. На втором этаже есть лаки... Блин. Что такое? Да у меня пропадает прямо передо мной. А! Все, сейчас будет конец света. Очень много динамита. Я живой. Так, Леска, ты где? Нет, я не живая, нет. Я живой. Всё. У меня все в порядке. Тут очень много чешуйниц. Внимание! Нет, не... есть, что спасся! Еле спасся, половина сердечка осталась, у меня чешуйница даже. Фу, ой, ужас. Боб! Это Боб! Зомби-бобик! Слышишь, Бобик появился, он очень жесткий. Он очень жесткий, у него полностью алмазная броня, и с ним бороться практически бесполезно. Да так, чертовы чешуйницы, слушай, я не знаю, у нас с тобой. Да не вообще. Выживание. У нас выживание на лаки-блоках превратилось в какой-то зомби-апокалипсис. А мы еще не все блоки даже сломали с тобой. Да, я еще вижу, вон там лежат. Слушай, это капец. Слушай, мне кажется, сейчас я доламливаю вот эти блоки, и нам с тобой просто нужно с этого острова сейчас валить, потому что меня сейчас все равно тоже сейчас завалят. Так, давай, динамит, пожалуйста, динамит, появись, пожалуйста. Пожалуйста, когда так нужно, появись хотя бы. Так, еще один, воп. Слушай, Леска, это атас. Это конец света, нет, он половина сердечка. Ты половина горишь, что ли? Я горю. У меня тут половина сердечка, я тут... Чего, блин? А у тебя твою дивизию! Это атас просто. Все, короче, я все доломал. Леска, давай, где ты тут находишься? Давай уже наконец-то найдем, короче, где мы? Где вот, ты? Вот, я тебя вижу. Все, беги за мной. Давай, валим с этого острова. Как мы с тобой сюда зашли через эту деревянную дорогу? Давай, точно так же отсюда свалим. Так, там только зомби стоят, аккуратно, чтобы они тебя не скинули. Так, я бегу, Леска, давай, быстрее, за мной. Так, удочка. Так, удочка, я смогу сейчас все это дело скидывать. Стой, у меня же есть. Нет, каким-нибудь. Так, сейчас, сейчас, я их буду с острова. Давай, ломай просто их, ломай, чтобы они тебя скидывали. Так, убирайся отсюда. Я пока что держу оборону. Слушай, атас какой-то, реально. Чё за защита? Башня какая-то самая настоящая. О, Боб, слушай, я сейчас, да, у Боба удочкой скинул. Так, Леска, давай как-нибудь прибирайся там. Так, короче, мне кажется, то, что это, скорее всего, не получится сделать, так что я тогда... Да что ж такое-то, а ты здесь-то откуда появился? Ладно, да, все,
Короче, я уже это, я сам себя начал в ловушки сгонять, с этого острова мы с тобой не выберемся. Я не могу тоже. Ты, я не знаю, сама по тебя как-то стройся, но тебе по-любому нужно выжить. Тебе просто нужно как-то хотя бы уйти в безопасное место, потому что я бы в прямом смысле этого слова, я даже просто попрощаться никак не могу, потому что мне не дают это никак сделать, и я снова упал в какую-то тут яму, и мне... Все, это Атас, это Атас. Я знаю, короче, все, зомби, пошли отсюда вон. Так, блин, быстрее, пожалуйста. Все, Леска, ты как хочешь, я уже закопался под землю, в общем, и буду тогда прощаться прямо здесь по земле, потому что другого мы ничего с тобой не придумаем. Всё, за меня попрощайся. В общем, друзья, сегодня у нас такая серия лаки-блоков получилась. Как вы видите, это был самый-самый обычный лаки-блок, но и то у нас возникло, как ты видишь, очень много проблем. В общем, с тобой были, как всегда, Шедимен, Леска, и надеюсь, что увидимся в следующей серии по лаки-блокам и не только. Ты также, как и я сказал вначале, не забудь поставить лайк и подписываться на наши каналы. Удачи тебе и всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.